Всем У нас уже привет. уже ночь на дворе почти. Сегодня очередной наш разбор тафеля. Обзор тафеля. Сегодня был я аж без 25 зашел, почти последний. Еще после меня одна очередь и все. И больше никого там уже все. Да, в прошлый раз мы тафель не успели получить. Да. Получается, мы месяц не получали, да? И вот что нам дали. Так, стоимость тафеля для тех, кто смотрит нас впервые, 2 евро на четверых человек. Ну что, такая радость вот у детишек. Всем дали, у кого есть дети, там определенный возраст. Адвенс календарь, такие разные темы вот, для мальчика. Полицейская тема такая. Угу. Для девочек такая что-то новогодняя тема такая. Да, в среднем такие адвент-календари стоят где-то, ну, 20-30 евро в пределах. Детям радость. Да, будет. Первый раз в жизни такого не видят. Ну, у нас в Казахстане, по-моему, только-только начиналось, да, вот это. Особо популярностью не было, как здесь, в Германии, допустим, в каждом магазине, да? Тут же Санта-Клаус, у нас Дед Мороз. Нет, у нас Аясата. Так, и что тут нам дали в этот раз? Био молоко, что ли, 3-5%. Оно вкусно, да? Ну, что-то мы в Атодоме брали. Так, такого. Этот, как он называется? Спайзе кварк. Да, кварк. Он отлично на запеканке. Да. И тут много его. Я его замораживаю, если много. Он отлично хранится. Творожная запеканка, кстати, вкусная. Сделаем. Да, тоже около 8 пачек. Таких. Так, йогурт вот такие в баночке. Кстати, вкусные. Медовый вот один. И это греческий, да? Греческий йогурт. Да, греческий. Угу, вкусно. Обалденно. Такие две. Как это? Подливы или как они? Карри. Да, карри. Две штучки. Так, ну здесь хлеб. Тостовый. И это пакет у нас со смотрели. Покажи просто. Выпечка вкусная. Булочки. Угу. Красавы. Булочки. Булочки. Такого простого хлеба не было, да? Ну, мне не дали. Такая сумочка. Это что-то уже готовое. Полуфабрикаты. Лапша и с помазкой. Как там, с подливкой. Да, полуфабрикат. Так, какой это у нас? Картофель, что ли? К ночи. К ночи. Запекать, да? Ну, можно жарить, да, с чем-то. Веганская тоже. Так, потом веганские колбасочки. Какие колбасочки? Они уже 4 нарезаны, штуки. Ага. А, да, 4 штуки. Так. Следующая еще вот такая. Это уже картошка. Картофель, картошка. Да, с каким-то соусом. Угу, соус. Клетки нету нигде. Так. Йогурт такой. Угу. Йогурт, да. Байерленд. Байерлендский йогурт. Два штучки. Так, листья фельдсалат, что ли? Угу. Фельдсалат, наверное, похож. Уверенно. Ну, салат. Такой салат-пакет. Летел. Что это? Сок. Натуральный. Апфельмус. Да, это не сок. Это как пюре детское. Да. Так, это приправа. Это майя веган чили. Тоже, ну, что-то такое остренькое. Майонез, что ли, или что это майя? Надо будет почитать. Почитаем. Острый, да. Так, потом дали мне такие детские йогурты. Пюрешки. А, кстати, это марка, да. Хиппи. Детское питание, как бы, да? Угу.
Ну, до 31 декабря срок годности. Да? Вот такая еще, да. Три штучки. Там еще, по-моему, потом вот такие. Песто. Барилла. Песто. Приправа, да, или да, соус песто. Соус, да, и это тоже. Это горчица. А, нет, не горчица, это хрен. 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 Тоже уже постоянно, ну, дают соус. Регулярно его. Ну. Так, что там еще? Чай, детки. Угу, фруктовый. Часто дают фруктовый. Ну, не часто, второй раз. Угу. Макароны. Шпагетти. Шпагетти. Угу. Бальоны. Угу. Так. Затем бананов. Куча бананов. А мы недавно только взяли 2 пакета. Куча бананов. Такие уже четкие. Сладкие. Угу. Да, много прям. Угу. Так, 2 пучка. Редисочки такой, чуть мелко-мелко вообще. Угу. Больше это листвы. Не, ну она такая прям тверденькая. Тверденькая. Нормально. 2 пучка. Так, вот что-то. Базилик. Угу. Вот туда суп. Да. Ну, можно куда-нибудь добавлять. Угу. Эти морковочки. Угу. Сейчас. У нас нет уже, по-моему. Еще. Так, вот еще такое детское питание. Угу. Хиппи. Хип. Будем пробовать хип. Поломал что-то. Ого, это что, такие печеньки? Микс. Минск. А, они вкусные. Там прослойка такая молочная. Угу. Они... Ну, открой, посмотри. А, они вот тут порционные идут. Вон она лопнула. Угу. Вот такие вот порционные. Мини. Интересно. А, вон они тоже повыпадают. Или это с другой это пачки? Один. Это уже с другой, да, наверное, угу. Упаковки. Так. Еще две штучки. Много печенья, много бананов. Печенье. И салат. Два печенья салата. Небольшие. Так, это этот, как он называется? Что-то я забыл. Я тоже забыла. Да, в общем, дали. И редиску еще одну. Все, вот на этом. Такой вот небольшой тафель. Опять же, повторюсь, я почти разошел последний уже. Все, почти разобрали. Ну да, в следующий раз, наверное, мы еще раз получим, да, перед Новым годом. Потом, наверное, у них каникулы будут. Но там уже потом, после каникул, мы, наверное, будем первые, да? Обычно, кто первый заходит, на... В начале месяца будет самый первый. Да, больше получаешь все равно. Ну и то, в принципе, вот, деткам радость. Да, самое главное, деткам. Овощи, фрукты. Молодцы. Да. Что, всем спасибо за просмотр. Всем до свидания. Всем пока. Чус.